Шишм табзита хтузебо телебара пшальча. Уахча пшашап ахабар колелу анатра зукхцит. Абар ауэпны каду. Абазарайон яланакуа каткорпны вакцинация акушит. Ноябрь аважаяба анилым штеща куглаб. Карапаго яу альботра артачаги ауэм шчаздра хазрит. Дорога, которая библиотека Чацапина, Арджиери, экономики Ялатейн Хауа Аджальча, Раладжара Акушат. Коронавирус зуа зыцылыз ауа уахчамшла шабыжи шердавы. Ауи алцла медицина анхавча я таркох абзазавча аддыргуала шахит, ауи узлапчагыл ауашта амалькадата еу, а вакцина у дугалра шаку. Абазарайона пна вакцинация шакшава и яшта ауах сюжета пна шапша. Абазарайона пынгех республика анхенатаджи покойрабшта коронавирус зуа аджазгуашта и зайкуауа вакцинация кушид. Албрхана инчихчикун ирпна ресахат абзазавча и рыдыргалуа и рымуй вакцина грау. Гам ковид-2 кибилайт. Вакцинация уа нахчушт. Нахчушт, особенно ауакуа ахбачакуа. Хроническое заболевание козмаку, сопутствующее ко сахарный диабет, гипертония, дачага гиаб. Вот обязательно терчепаратах вакцинация. Гамковид вакцинация аб, есть лайт вакцинация. Гамковид из чепакова там в два этапа. Я пхахават и нарчепаласкан. Первый этап вакцинации за генрымхва, температура ко инбзию и нам хваскан. Контакт из макуамус, из кымс из ужиги, а вот айтер чипит первая вакцинация. Вот он через 21 день, ну, вторую вакцинацию чипахретака. Лайт вакцинация из чипова, а вот уже из кысхи закупа резвячки узинукова. Однокомпонентно, знахигер чипу. Албран индикчику никит корбзаза, чарпхедзара яуата процент ханвазижабы вакцина рыдргалхед. Из такой земля караем цавата, катамит пункт корпны ирларцит. Албран катабзаза кошева Фатима и пхахавата вакукла его вакцина спутник виллы долгалт. Уже у Илула цава лайт из хсуал. Первый тренер чпу за андера медсестра квазамуа. Сакшен, зонирцчпад, мамогик самхад. Уже сатакшен хадятасчпах. Халямат из кадзык тагизге амст. Срак тагизге амчпа, температура гигазн амтт. Давление дапшит, сахар дапшит, вес дапшин. Все нормально, лэн салшчина барихчпа, далямат. Ясуқан сэгухид. Ауаз вадара зара корпны шабжи гочты злара тақып, а медицина тхавча и рхава яздыр иракуни сабаб кушт. А катабзаза чал брханки, инчикчикун яуа тагятыц и тяйт, псичкун тагирларцит. Абхабха цыпхах на первая волна начу коласкан спутникви шердавир ларцат. Бзита гирхас, сачкит гемрыч мазар. Уже гебара уиз полгода ахац, ауэхэвэ спутник виз лахц акваз. Уже тачу колхан жир ларцит. Алямарчикун таги ай, дир ларцит, сачкит гемрыч мазар. Температура гевэпштачки кайнамт. Ажа хатрала барсара систаласад февраль. Месяц из ласса, там таки спутник визы ласса, птица таки сказ, скушбжак от уазапна, контакт с интервата с жириасаун, с чем зарухат, азра. Симптом-то яма замас нардыр, а уаза хомшкли сказ, пшимшк хомшкли сказ. И уизгусцава, и ласса за прививка гоп, шабрчаса хотасхуит, мерадзата, танчцата, искус. И уж парик он разъяр пьем, чпават уж мы захват скахки. Я злой, а захоз герай, я апакат за зручку, как я ап танчзата мирацати искус. Да суки катша захуш, из гадара шехчужа амаль квадрис куцра такаб, шау сюдук ама ба ауа алалоч по полцуштайке ам. Ауа срюха хид, шкаша сакха, уже азвя нукуид, особенно ауа ква хабачаква. Рыцарь и подверженно, рыцарь аркаидласа, рыцарь зычки азуга, оказала срухахид, маска карцерад, рынапква обрабатывать рчпарад,
из хва из другого рпним царад, рпним наджаст. Карарыхвостен, ямхюстен, температура румастен, врачи хилочные рхарата, ну, я ехаш дичпуши, чанахчуш змва. Азуада разумга и рабкапа и накузлагир хит. А у садуни из рук аджу азуа хат слиштара ратажа корманец олара десуги халахад. А у эбта хазуада рахчара язын хау амальта и узмва харсаба пратакаб. Тимур Альбина бастана вали карчичиркеса хабарку. Шердам цуата Россия уацала якушаз ангоқрапны алашара жыларат кылара абазауа рухас пакоирзын архата якырхыз афильм абхагылара атнагад. Зымуа шалу ангоқра регион тахын өзжаба аалалд. Россия кумка Украиналайги Беларусиялай аршчит сыш фильмк айха. Ауи якуша хатхид ангоқрапны абхагылара атугарныз дарайш бургуз. Ауаса базако ауи халшад. А у сердца я уцехта дагчажат, а лашара жлара адкаларан хави гедук мурат. А у Анкокура Москва пне гудршун, я пхахавата лопшка дына Анкокура, я кушадари Россия пне шабашта и духат шабашта шардава, я алла дыван Анкокура, а у пта конкурс шабашта ирмача шакон шардава, а у конкурса пне абхагаларта атагад. Профессиональный видеоролик номинация ла абхагаларта атагад, а у вас адаша номинация кагя, а на ва при зрительских симпатиях, ава я поговорил та тагад интернет апня тарцан ролик, ава лайк кор пхадзун запш видео лайк рта шарда зухшаз ават ки у номинация на аула номинация лайк поговорил та тагад шабаш ти ругу пхад арс ава хоркун аурушко ги шабаш ти ругу пхад ави интернет а тахти штара отзыв шарда комментарий шарда аурушко имен аурушко арвайд хапас пачугат ти ругу пхид а видео ги чугат ти ругу пхан ави шабаш тахвала нархад харгургат я хмургал шух мамрат ави акхра ядан халаз шгуш пана гера кашхар на сабот ави яхчала ави спазач по абазаку мастерку ават Шардацит яла чужу на ус, обшкино кахра шатаху. Я у харукун ауи ауис, ауи спачпара, яхчала аба за по шардаве и гирдырам обш ус шуу, обш спашу у. А вы пта и харгарны сахаз, а вы хабар харгарны сахаз, аганги хала чужу да обшкино кахра шатаху. А вы пта шардам цвата, а вы всемирно пхаза бадинский конгресс, и обшкино на проект Джукурцат, сохранение и развитие нематериальной культуры абхазо-абазинского народа. Что видео Кахра Такхан, за нам Кахианагд именно вот об его спачпарала кино Кахар нас я ухожестан, а вот пхало общее видео Зингия Амазд и ги дарамастер уги Хазарта я ановатки Яртакта я аново кино Кахар нас я Хазарти гилан то упта ухазайн общее кино Кахт. Ин Кахвоз Шардавах Цкрад яро ранчо биберд зжол брана пне дерев шабашта дах Цкран а у ранчо ги дина дара мастерку а шардовый кахт моги им хада лахт из раз хад Марина Куршева ауги да хскра да костюмку а халут да кумжуку а халут Иналь Хубиев Мухадин Тлисов шардовы а у художественный сцена дина сценка ку герпны а хумарен а ватки моги рам хада ватки шабаш да хазаглан шабаш да харзираз шардовы хскра я хотел Тарасдик Хазев, потому что Москва сарана, так я ухожу сейчас на коронавирус, вот да, куда на планку апнакад, я тут дропа давай на вручение иди, а вы куда Хазев шей, да рада рахарка, что ин Хазер разлож, а коронавирус, да, курица ин мачхара, чем азов курица ин мачхара, хадрай горн сатаха Москва лаги, вот Хазев шей, а вы хабар. Дгя амлацка саргуна. Мхцкерим яжаку анча зымуа ирзцейд. Запшсаби излаги хазьян зымуа драйхб, зымуа драбхаб, зымуа лхягид. Ноябрь аважаба ани лымштайше кугылаб. Ау яда хота хара карапагу яу альботр азалина шлаба хардруашт. Абзельхуача хвюса бичахуцк дырдунеб. Анал пшкари лгу атризлаз хуй адзингл за саби и дуней, янагу злаги лашараб и кулахараб. Карапагу абзаза в Альбудзалина хой пачала азид, а вот ахруги лгуатра лбзибарал и куршаб. Вахчала залина лсабику аз щепу багатай хунгыл ошуачус шарыл зошаб и лктара каду. Вони злар нас баргуб хахяб, ответственность и сабику рахазлай умаб. А вот ур кукурвит, ядзну ларгылта, айрлалта, и шуч усхуш, и шанхуш, и шбзазуш. Вахчала радуни баргуб абзазар нас, унам харуку, унам царагу, он закзачаки кяудахам.
Сынхушту хаты, счпушту хару, вот зимнадзуги, а вдахушту, и зачпушту. А у Жанжиля хан ашок гылше якухта абзазары гекушит. Апхала ан абзальхуа кдоктора тайлымаз асабику разари, а у навянку гариза джекракустын, вахчалах заман мачу бинам хава. Альбудзалина карапагу катамид пункта пны геапхерта медицина ахшата днхит. А у егумгоге фельдшер аджа адалан харнисхутна ашлымаз лушапшта дапхит. Абзальхуача з пхедзара лабжше и хо катабзазачар зюадара да калагюрб. Залина ишлхуала, ауат зимуа зылзацарцава, атача алцкраит тагуб. Анхарта унхарнасы гибаргум, уани уаби авуц агласан тача чгета поддержка асарцит. Банхар хуанам могерам хуада, хоть гид шсаби пшказам царак сататцт, вимыц гид кинам дзасызд. Хоби пача сама бта ахбачкун первый класс цит, ябхахава, акутани. Старшая группа цит садик, эрера акатапна, а хоть ги папа зигит, дедушка, а у якуб зарони радшки хазина пошлись, тачапна да харпап, зима яра и на пыцак, хамцы цит тащим та зима шагалуа, а хоть яра дьимап, а ля мата дахц краид. Залина лпахба эльдар бизгуша дыртап. Ауэ бхахауа класс дабхэд. Ансимшы арбхача чыцратай айар хайджейшауа илайхэд. Аунаведан адгылхраги идырызла ян члыцави шахэд. Актане Эмиль хускша дыртап. Ахудзза Шамиль жмызгы рагбиницхаз. Ауата хайрыка залина лагбзым айрагу и кую иргану. Мама зырцпы садько бкыды акатли таква. Узыги апирог, кекс. Зымра радскас мама артспавазу копхит. Альбутра артачарпны хябзаб зымра и цасхраларныс. Ауэк брунавера из пшдзу из мамыру. Ларги тукубзагачкун бхарги ахвауги лыгхауан лахврики таззарвид. Ахбара избар алдырид. Фумащала, лсабиква, иртаку, ирыгхава, ашкол, ялрыпхид. Садик лштит, харгиват, харцагалаб, иртакула, сезу мехчала, яхьяква, таргир чпит, харги харцагалаб, илоха, зенги, нагил чпум дазервит, лил дороги, я дороги, лахтита, ацпзази, дихтала, помощала. А сабику замерла к такуала и шапшимап, что досуги хальшан гимап. А вот ржахрым тыску ран ргуйту алдарит. Маджан рагыз қайата шазги, гуас рагыз муги зынла елдарид. Ахаруги гецапшум, аны гаалари ой шурхавапшта, и гецапшума сабико, он архузи гецапкуну мгазда, вот сара, вот пны амдаб агидара лапи. Спны адзана бар хавпача самабда, аджаджи гецапшум. Рхаль гиршан гирчпаша ги, яраузага бирау хваш чарчпу гецапшум. Ахба Ильдар хаяухер, он пшца яухер, ну юхер кон, юзим хошгеам. А кутане шабышта читат татап, вян яухерге такамауи, тухмар востынги, зак ухастын, яхрит таду заавид яра, вян заги гуирхум. А хоть ябта покари, рад атхарац узабзим арацкес. Анул бзибара кару юна гямам, а уй лапшта асаби бзиды сбушт гянам шаст. А дуни ашаб гылынги асаби яцкас насыпра амгойр пхедзид. Жмарацки сибая рабауи, саби дануау хра, дануаму си юдыра, дануау рауи, загзаджики гяпшам, ауицки сибая рагион, узвада того бгата, у саби да купараха и рубавата, да шаз агютакам. Ауи у баргон, измавы учуз жаги ап, у саби колудыр гургаргон. Запшаны злаги лаарии казал псыке зызыд. Ауи гуит шауа вян ларыц айцулата ларай лысыд. Анл саби коргургера рдахра конлбауа аскан ансимшки илгурге кумшхид. Ауэб альбудзалина гидзлапсапн угава. Тимур Альбинач, Готан Роберт, Карчачеркеса Хабарко. Уже реклама шапширны шахарайгуд. Ауэмштах Ахабарко нахардзахошт. Существует множество способов сделать предложение. Но главное, что вы решились. 585 золотой. Тысячи причин услышать «да». Огромный выбор меховых новинок. Скидки до 50% и другие выгодные предложения. Это где? Все это на выставке «Меховые традиции». 25 ноября. Карачаевск. Дворец спорта «Олимп». 26 и 27 ноября. Черкесск. ЦРП.
7 утра в Карачаево-Черкесии. Вы слушаете Радио России Карачаево-Черкесия. В Домбае мы вещаем на частоте 104. Туристы Домбая уже стремятся покорять горнолыжные спуски. Музыкальный час на Радио России открывает Юрий Виспор. Лыжи у печки стоят, гаснет закат за горой. Настраивайте свои радиоприемники на частоту 102.8 и слушайте Радио России в Архизе, Зеленчукске, Тегерде, Учкулане. Быйыл Карачай шахардан тәбәрге етері ғазбырғылана тартып қошары мұрат барды. Черкесск хабыз ғоғы медейш жұппейтім зағазы көжініға оқуға қаршы көчінуш. Нола районда яңы сатсалық манелігі олған меканарын құрылысы басланяқ. Абаза район ақыт көрпінула адзы ағазатра көріц айбзи хара қазлы. Иге амлю көрі аша ахчырала анхаракуа ауқшид. Радио России расширило свою техническую базу и звучит практически по всей стране. Радио России – единственное радио, которое создает все виды программ. От информационных и политических до детских и научно-познавательных. Более 145 миллионов слушателей. 1300 передатчиков. Главное радио страны – Радио России. Настраивайте Радио России Карачаево-Черкесия на частоту в своих населенных пунктах. Имущественные налоги устанавливаются региональными и местными органами власти. И поэтому размеры ставок и льготы зависят от места нахождения имущества. Вы можете получить подробную информацию о них по каждому муниципальному образованию на сайте налог.ру в специальном сервисе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам». Для этого выберите вид налога – транспортные, земельные налоги или налоги на имущество организаций или физических лиц. Укажите налоговый период и муниципальное образование. Система выдаст информацию о законах субъекта Российской Федерации и нормативных правовых актах органов местного самоуправления, которые устанавливают налог на соответствующей территории. В соответствующих документах содержится подробная информация о всех элементах налогообложения, ставках, сроках уплаты налога, местных и федеральных льготах и документах, которые необходимо представить для подтверждения льгот. Обратите внимание, что федеральные льготы применяются на всей территории Российской Федерации и не могут быть отменены решениями региональных и местных властей. При помощи этого сервиса вы можете самостоятельно и быстро узнать информацию по имущественным налогам в любом месте нашей страны. Пользуйтесь. Желаем успехов. Я все замчу, боже базарион, яла на квадрок, акта библиотека чесапна, а из зараджищахуа акушат. Алла жара ялан арджиери экономики нархараку и рыдгалаку. А усрыц а яо цехта хаба ярдырт, а из зара гузыршуз, Карча-Черкес, Республика культура министерства, ауна шачпав, агырба зураб. Мероприятие для республики очень важное, потому что сегодня огромные объемы финансирования идут по линии грантов, фонда президентских грантов, фонда культурных инициатив. Но многие регионы, в том числе и наша республика, не умеют правильно с грантами работать, поэтому деньги не получают. И мы решили провести такую школу проектов, чтобы наши и органы государственной власти, и наши коллеги, работающие в учреждениях культуры в столице, в районах, обучились, как правильно писать проект, заполнять документы, как выигрывать деньги, потом проводить проекты, отчитываться и существовать на грантовые деньги. Сегодня это возможно, это миллионы рублей можно выигрывать, но в нашей республике это умеют делать немногие. Наша задача, чтобы люди культуры, изучив грантовую систему, могли использовать эти деньги на развитие культуры. И для нас особенно важно провести это мероприятие в новой модельной библиотеке, которая открылась в Улипсыш. И Абазинский район здесь стал передовым, который первый в нашей республике открыл модельную библиотеку, и хотя такая возможность есть у каждого района, но сегодня мы видим, что остальные районы не спешат подавать заявки, не спешат открывать такие библиотеки. В ПСЖ такая библиотека есть, это отличная площадка, чтобы проводить такие мероприятия с российскими экспертами. Им очень понравилось, и уверены,
наши сотрудники культуры, пройдя такое обучение, теперь смогут писать проекты, выигрывать гранты и развивать нашу культуру с помощью такого инструмента. Сейчас в стране во многих регионах проходят такие школы, потому что и фонд президентских грантов, и другие российские фонды, они заинтересованы в том, чтобы районы качественно готовили проекты. Поэтому мы в Министерстве культуры Карачаево-Черкесии приняли решение такую школу провести. И, конечно, сейчас главный вопрос к нашим партнерам, учреждениям в районах, к деятелям культуры. Они способны эту информацию использовать? Они способны выигрывать, конкурировать и создавать новое? Я думаю, что да, но для этого надо было им помочь. Теперь у них есть самые передовые знания. Ждем от них теперь новых проектов. Очень важно, что такая школа научила наших специалистов правильно формулировать проблематику. Потому что идея есть у всех. Это те проблемы, с которыми мы живем, мы хотим их исправить. Но очень важно подходить к этому профессионально, так, как того требуют грантовые организации. И благодаря этой школе нам удалось на сегодняшний день более 15 идей превратить в проекты, с помощью экспертов сформировать правильную проблематику, расписать этапы, задачи, мероприятия, которые помогут решить эту проблему. И сейчас вопрос в доработке, нужно рассчитывать правильно финансы, нужно искать партнеров. Ну, повторюсь, везде, во многих регионах России практика уже абсолютно рабочая, и наш регион здесь должен догонять. Поскольку речь идет прежде всего о проектах в сфере культуры, участниками этого мероприятия были сотрудники подведомственных учреждений министерства, это театры, музеи, филармония, наши коллективы. Также мы пригласили специалистов из каждого района. Это начальники отделов культуры, директора домов культуры, потому что нам важно, чтобы те люди, которые сами на передовой занимаются культурой, чтобы они поняли, что есть возможность, что есть сейчас ресурс, поверили в свои силы и начали свои ежедневные проблемы, ежедневную боль, а у нас очень много проблем в сфере культуры, чтобы они начали это все просто из идей превращать в проекты, получать деньги и работать совсем с другим настроением, с другим ресурсом. В конце концов, это их же зарплата. То есть каждый проект предполагает, что там до 20-30% туда можно закладывать на зарплаты тех, кто организовывает. А чем плохо команде, которая организовала такой проект, получить 20% от миллиона, прекрасно проводить проект целый год, иметь денег почти столько же, сколько они получают на своей работе. Это сегодня можно, это для них мотивация. Вот об этом, обо всем мы им рассказывали. Вернемся к модельной библиотеке в Улипсыже. Знаю, там не одно мероприятие уже проходило. Спикер парламента Абхазии принимали именно в этой библиотеке. И не только это мероприятие, много уже мероприятий проводится. Как вы оцениваете саму библиотеку? На самом деле, сегодня новые модельные библиотеки демонстрируют, что библиотека в принципе имеет и право, и большую ценность, и большой смысл своего существования. Потому что мы видим, как традиционные библиотеки теряют популярность. Люди перестают ходить туда за книгами, люди читают сами меньше, если читают, находят это в интернете, слушают аудиокниги. И если мы не изменим формат, скоро библиотеки просто умрут, потому что туда никто не будет ходить. Но новая модельная библиотека – это как раз проект, который позволяет вдохнуть жизнь в них за счет новых мероприятий. И именно поэтому мы активно используем эту модельную библиотеку. И здесь огромное спасибо коллективу, жителям аула Псыш, сотрудникам близлежащей школы, которые вместе помогают. Например, обеды мы организовали в школе, которая здесь рядышком. И детишки забегали в библиотеку, им было интересно видеть, что здесь что-то происходит, что огромное количество людей, и не только из нашего региона, приходят в библиотеку. Если интересно им, если там происходит яркие мероприятия, значит и дети туда потянутся. Поэтому такая задача сейчас стоит перед каждым нашим районом, перед каждым селом. Библиотеки могут быть районные, могут быть муниципальные. Кстати, районная библиотека получает 10 миллионов рублей на реновацию, на оборудование. Сельская библиотека 5 миллионов. То есть это реальные деньги, которые надо просто правильно оформив заявку, получить. И сейчас мы надеемся, главы районов нас услышат. И вот такие же библиотеки будут открывать в республике. Потому что это действительно новое поколение, новая жизнь наших библиотек. Ноябрь ажизак хкрела бухгалтер кор аджаа амш тирхиабит. Ари аджаа епхахауата ишан шаз яуиз бзазара якук хаз анхаучи ирзин архаз лушт яхар хазарз асюжет. Ахчан шата аварын хара аказын хаша хакрар туэн алагыз аамта акуб бухгалтер хайз бхава аджаа бзазара янхал. Хеханчар дзуата яншастынге ауызынге гезуам, янаку злаги етаку аджааб.
хазтва замана узанч технология корбзирала шардача псахастынге, а бухгалтер акралёва геокатачанр шара корпына як хая муаштын хавып. Бағдина ариаджа аладын хавыштара скушвази жабацид. Абаза район администрация апына ланхара аз кшумензеке жбайджа колцад. Ар адала гарабкала, япшума катачанр шараква дынхад. Бухгалтер забдится сынхайб, а в 8-й год аскан представительство нанша аскан алапны с 11 февраля салаган, а район нахардуашаз на гиква бюджет. Гихрахазарва халаган и в 9-м году уже администрация нанша уже орла сайхан и с 9-го года сынхайб. Бағдина бухгалтер тайхарако дырраку азылгарныз лақшах баддакулар гушхуад. Лабхераналылыр газамштых зылалын харамадзу кулцад. Акралев айге қатач анаршара коч урпширыкун анхарара хая бамай руха Бағдина чыналзына хархаз яштайу аджауа пахалтыд. Ана агера агера хахера геямаб, майрара геямаб, закат гизухушам. Ана абзип тараз. Это там мира вторая, это рыцарь вторая, за вас и гизухушем. Школа сналга, отцу шесть смотрят, сахшаба сакваркушхват. Бухгалтерия отжала инхава амч, а земля рабхата, чхара и лазлара, и гид гоч назлара такаб. Знахара с бзазара якот хаз Бағдина, муж саджук ги и алхазача адамай живота, бзибара злума талку да хуцара колыр кейд. Аджбакен жила урым ислам, карчи черкес ахабарква. Ноябрь ожизык от зыграмш язын архата Ставрополь край яланако Суворовска станица апны бокслай қтыз анқо құрақу акушад. Ауа ялан ари спорт купшыра чазыз бжева дыры қоқта спортсмен жақу. Анқо құрақу арбаралах спортсмен көй пшым амедальку атыргад. Хачықуа Мухаммад сахалералы келу ожижы жаз чайкева гупырпны епхахауа гыларта атыгад. Келу ожижы баз чайкева ахахера категория пны экзекринат аджаз медали чхад. Епшым ахахера категория корпны ужыге бахауа агылартаку атызгазируап Бароқуа Адам, Карабугаев Амаль, Кужза Амин, епхахауа гыларта атыргад Пшнатла Адам, Малухаз Равиль, Хуждамир, Экзак Малик. Аула хабар колайлу анатра алхаргид, яш сыргуала шахид, уака ажибж сахаткай жух минут кирпына ахнатра ацхуа инахардза хошт, сара Тимур Альбина бзила шасвид, яш тайва апшашадза. А синоптикла хабар шадрадзавала вахча карча черкес республикавацала, шебжан ахава абхара пшеградус клыбжекалы халвашт, ацх хуградус клайбгалвашт, абшала сыра секунд кавацала в метра кэназушт. А базарой напнатшанла ахава абхара вюградус клай халвашт, ацх градус клай, абшала сыра секунд кавацала метра кэбжекай назушт. Черкес капнатшанла ахава абхара градус клыбжекалы халвашт, ацх хуградус клайбгалвашт. Обшала сыра секунд кавацала в метр габжека и назушт.